Уважаемые дамы и господа, всем огромный привет! Сегодня мы с вами в гостях у Colorprint, а именно у Кахи. Каха у нас волшебник, он творит настоящие чудеса. Colorprint находится по адресу Лука Асатьяни, 30. Сегодня мы с Кахой работаем над созданием флаерочков для, угадайте кого, для ресторана Exodus, который скоро откроется, а именно в середине сентября. Уважаемые друзья, я хочу украсть у Кахи пару минут его жизни. Как, расскажите немножко о создании вашего агентства. Вы давно существуете? На рынке, да. И занимаемся рекламой. Занимаетесь рекламой. А это именно создание веб-сайтов, также создание визиток, дизайн, веб и... Ну, под словом рекламы, все, что можно. Да. И печать, и размещение, да. И, соответственно, печать на различных интересных предметах, таких как футболки, сумки, шляпки и т.д. т.п. Итак, дамы и господа, хочу вам представить Кахину работу. Вот какие у нас прекрасные будут борды. Ресторан находится по адресу Селимхемшешвили 8. Белое такое красивое здание. И называться он будет Exodus. Раньше это кафе называлось Grand Grill, но сейчас его выкупили и там проводятся ремонтные работы. Соответственно, очень скоро вы можете наслаждаться и грузинской, и европейской, и турецкой, а также израильской кухней. Exodus. Coming soon. Ну что, господа, интересно вам посмотреть, каким образом выглядит работа Кахи на непосредственно самом ресторане. Место расположения ресторана — улица Селимхемшешвили 8. А рядышком, а точнее прямо напротив, вы можете видеть две башни Орби, твины, непосредственно наш Дар Билдинг и здание New Wave. Юстиция, Merit Courtyard и сам ресторан. Ну вот он, наш борд. Вот так вот он смотрится. Мне кажется, довольно неплохо. Каха, тебе большой респект. Exodus coming soon. Еще один наш борд находится со стороны озера. Сейчас направляюсь туда, чтобы вам все показать. Господа, хочу отметить замечательное место расположения ресторана. Он находится прямо на озере, где плавают замечательные уточки. Кстати, уточки практически ручные, и их можно кормить хлебушком. Также можно прогуляться по такому замечательному парку, насладиться природой. И опять-таки вернуться в город. Посмотрите, какая красота. Батуми, я тебя люблю. Ресторан Exodus прямо по курсу. Как прекрасно лето. Как прекрасно проводить время в замечательном ресторане. В замечательном месте. Ну что, господа, последние новости я вам осветила. Следите за моими видео. И забыла сказать, кстати, не следите,
А приходите, соответственно, будем следить вместе. До встречи, хорошего дня.